Анонс и дата выхода третьего сезона сериала «Контейнер». Третий сезон сериала выйдет на интернет-площадке «Старт» летом 2023 года. Финансовые трудности и плохие отношения со строгой матерью, работающей в школе, вынуждают Сашу решиться на суррогатное материнство. Она хочет заработать денег и уехать за границу. Но возникают очередные проблемы и непредвиденные обстоятельства. Оказавшись в семье заказчика, она попадает в череду неприятных событий, связанных с трагическим прошлым. Во влиятельном и богатом семействе существует немало тайн, которые всплывают наружу и рушат планы беременной Александры. Вадиму удается освободиться из заключения и вернуться в привычное русло. Пережив непростой период, он вновь восстанавливается на прежней должности, возвращает статус и забирает у Саши собственного сына. Привязавшись к новорожденному, ей тяжело переносить расставание. Поэтому она решается на важный шаг от отчаяния, переехав в чужой дом, чтобы быть рядом. Третий сезон сериала выйдет на интернет-площадке «Старт» уже летом 2023 года. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.